храпи. Еще тепло утро, под трассу рупам. Рупам тася каджаури пури, матури flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramarada Tamaguru Pada Panva, Nittilila Ravisht Om Vishnupad Ashtotarastasi Rupa Nugachari Varya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свои шаштанды отдавать Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитялилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотра Шаташри, Рупануга Чари Вари, Шилы Бхакти Веданты, Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada, and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakam, Patrugasya, Vipasa, Dabhanavata, and Vaishnavipyo. Шри Гурудев ки! Джай!
Так что сердце пророки. А речь-то нас на пророки. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we began our parikrama of Kola Dweep, the island of Padasevanam, and Ritu Dweep, the island of Archanam. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы начали совершать парикраму по Кола Двипи, которая символизирует Падасевану, и Риту Двипи, которая олицетворяет собой Арджану Анку Бхакти. So in the far southern portion of Kola Dweep, there is Samudragar. И на краю юга Кола Двипа расположена Самудрагар. Why is this place called Samudragar? Почему это место называется Самудрага? Because once the god of Samudra, the ocean, потому что однажды бог океана Самудра approached the goddess Ganga Devi, подошел к богине Ганге Деви, and he said, "O Ganga Devi, you are so fortunate because Sri Sachinandan Gohari will appear in Kali Yuga and perform his beautiful pastimes of Harinam Sankirtan, sinking in the ocean of Braja Prem on the banks of you." И повелитель океана Самудрадев сказал Ганге: "О, Ганга, ты настолько удачлива, что в Кали-Югу Шачинандан Гурухари придет и явит свои удивительные лилы на твоих берегах и будет вкушать нектар Харинама Санкиртаны. And you will have darshan of his astonishingly compassionate pastimes." И ты сможешь стать свидетельницей его удивительных великодушных игр. There is no difference between Navadvip Dham and Braja Dham. Нет никакой разницы между Навадвипа Дхамой и Враджа Дхамой. But still, there is some Vaishishtya speciality. Но все же наблюдается Вайшишча особенность. That is, that in Braja Mandal there is very beautiful romantic pastimes of Radha and Krishna. That is called Madhurya Lila. Во Враджа-мандале доминируют сладостные игры, романтические игры Радхи и Кришны, которые называются Мадхурья-лила. Outwardly, there is a beautiful romantic pastimes, but in the heart of Radha and Krishna, there is full audarya, that means compassion, generosity. Внешне там доминирует романтическая любовь, мадхурья, а в сердцах Радхи и Кришны кроются сокровища великодушия Адарии. Ядяпи Сакира Кришна Сангам Нахиман Татапи Радика Яте Карина Сангам. Even though the Sakis, Лалита, Вишака, Четча Чампаклата, Индулейка, Тунгавити, Ранга Деви, Су Деви, they have no desire themselves to directly meet with Sri Krishna. They're full of generosity. They want Radhika should meet with Krishna. Yet still, Radhika is always thinking, how can I arrange for my sakis to meet with Krishna? Несмотря на то, что самые любимые подруги Шримати Радхики, Ашта Саки, не испытывают никакого желания получить возможность личных интимных встреч со Шри Кришной, все же Радхика всегда жаждет устроить такие встречи для своих подруг. So these pastimes are full of kindness. И вот эти лилы преисполнены доброты, щедрости. But in Navadvip Dham, а в Навадвипа Дхаме, the Madhurya Rasa goes inside. Мадхурья раса прячется внутрь. And the Audarya is prominent outwardly. А Audarya выходит на передний план и доминирует снаружи. So inwardly, Sri Chaitanya Mahaprabhu is relishing Radhika's praying for Sri Krishna, and outwardly he's distributing the Palyatasi Bhav, Manjri Bhav to the living entities. То есть в Гора Лилах, в Навадвип Дхаме, Чайтанья Махапрабху внутренне вкушает эмоции романтической любви Радхи к Кришне, а внешне щедро раздает всем живым существам Кришна прему и возможность обрести Палья
Даси роль служанки Шримати Радики. So both dams have Madhurya and Audharya. Мадхурья и Аударья присутствуют в обеих дамах. It is really one place. На самом деле это одно место. But in that one place, when the Madhurya is prominent over Audharya, then it is experienced as Vrajamandal. And when the Audharya is predominant over Madhurya, it is experienced as Gaudamandal, Shrinavaditdham. Это просто одно и то же место, но название меняется в соответствии с сменом пропорций. Когда Audharya выходит на передний план, а Мадхурья скрывается внутрь, это Навадвипа-дхама. А когда Audharya уходит вовнутрь и на передний план выступает Мадхурья, это Враджа-дхама. So, Samudra, the god of the ocean, he said, О, Гангадеви, you are so fortunate. When Mahaprabhu appears, you will have darshan of his beautiful Audharya Mayi Lila. И Самудра Дев, повелитель океанов, сказал, Ганга, ты так удачлива, что на твоих берегах явится свои удивительные Audharya Лилы Шри Чайтанья Махапрабху. But it's the nature of every pure devotee. They never think that they themselves are fortunate. Но ни один чистый преданный не считает себя удачливым. Такова их природа. Prema rasva bhava jaha prema rasambandha Se mani krishna mori nahi prema ganda Wherever there's actual relationship of prema, then that devotee always feels I don't have even the slight fragrance of prema at all. Тот, у кого действительно есть према, считает себя лишенным премы полностью. Думает, что у меня даже ни капельки запаха нет премы во мне. Like Radhika says, na prema gandosti durap meharo Крандами саубагья парам пракашитам, бангси виласана налоканам вина, бимами татпа прана патангакам брита. Радика was weeping. Однажды Радика рыдала. Саки said, oh, see, how she has so much love for Krishna. Ее подруги сказали, взгляните на Радику, сколько любви к Кришне она испытывает. Радика said, Саки, I have no love of Krishna at all. In fact, love for Krishna is very, very far away from me. Услышав этот комментарий, Радика сказала: "О Саки, нет у меня никакой Кришна премы. Я даже эта према настолько далека от меня, я даже не знаю, что это такое." The Saki said, "But Krishna has gone to Mathura, and you are continuously weeping. So you must love him." Саки сказали: "Но мы видим, что после того, как Кришна покинул Враджа, отправился в Матуру, ты безудержно непрерывно рыдаешь по нему, тоскуя в разлуке, это доказывает то, что у тебя много любви к нему." Крандами саубагья парам пракашитам. No, I'm just making a show. А Радика сказала, да это не искренние слезы любви в разлуке, это просто притворство. What is the proof? В чем доказательство? Банси веласана налоканам мина. I am not seeing the beautiful smiling face of Krishna playing on his flute. Что Радика как говорит, в чем доказательство моей неискренности? Я больше не вижу перед собой Кришну, играющего на флейте. But still I stay alive. Но я продолжаю жить. My life is just suffering. Я просто страдаю. My pran is like a mosquito, like an insect biting me. Моя прана мне кажется каким-то насекомым, которое снова и снова кусает меня. So why am I staying alive? Почему я продолжаю жить? Radhika said, if a fish is taken out of water, then it's in great anxiety and quickly dies. Radhika сказала, если рыбу достать из воды и бросить на сушу, она будет трепыхать в судорожных агониях несколько минут и потом тут же умрет. Because the fish is deeply attached to the water. Потому что рыба настолько привязана к воде, она не может жить без нее. But the proof that I have no love for Krishna is even though he has left and I am not seeing him. I uselessly maintain my life. Где моя любовь и привязанность к Кришне? Он далеко от меня. Я с ним нахожусь в разлуке уже так долго, но все равно продолжаю влачить свое существование. This is the astonishing nature. If bhakti shakti will come in your heart, you'll immediately feel I am actually not a Vaishnava. Вот этот поразительный феномен происходит, когда бхакти шакти заходит в сердце, то вы действительно не будете считать себя вообще преданным. Амито Вайшнава и Буди Хуэле. Шрила Бхактинода Тхакур said, oh, if the idea will come in my mind, I am a Vaishnava, then I will not give respect to others. And in this way, I will pave my path to hell. Сам Бхактинода Тхакур говорит, если такая идея того, что я Вайшнав, закрадется в мою голову,
в мои мысли, то я перестану должным образом уважать других вайшнавов, чем самым выложу себе, промощу себе дорожку в ад. So when Samudra Sen said, "Oh Ganga Devi, you are so fortunate." И когда Самудра Сен стал делать комплименты Ганге, восхвалять ее удачу, she said, "If I am so fortunate, then how is it that when Satchidananda Gohari is 24 years old, he'll take sannyas and he'll leave me?" А Ганга на это ответила: если я действительно такая удачливая, как так сможет произойти, что когда Сачинананда Гохари исполнится 24 года, он покинет мои берега и отправится жить and, в Пури? And Samudradev, ocean, you will be fortunate because you go to Jagannath Puri and perform his pastimes on the shore of you. И тогда наступит твоя очередь испытывать великую удачу того, что он будет жить на твоих берегах и являть свои удивительные лилы там. So then Samudradev said, "Oh." Samudradev сказал. But. Но. We don't want to see this sannyasi rupa Vishvambhara Mishra. Кто хочет видеть эту sannyasi rupa Vishvambhara Mishra? В чем тут удача? The son of Sachi is our supreme lord. He looks so beautiful with a very fragrant oiled curling hair decorated in ornaments and flower garlands. It's painful for us to see him as a sannyasi with a shaved head doing tapasya, sleeping on the stone ground with no pillow. И Самудра Дев пригорюнился, говорит, да какая это удача, это просто трагедия созерцать прекрасного сына Шачи без его удивительно красивых вьющихся локон, в этой шафрановой одежде, спящим на каменном полу, отказывающим себе во всем, подвергающим себя аскезами. Да я не хочу такие лилы видеть. This is not good fortune, this is a state of suffering. Это просто наказание, не благая удача. So then Samudradev told Ganga Devi, but really you are fortunate. Why? Because in the Prakat Lila, in the Lila that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu manifests to the eyes of all the people of the world, he goes to Jagannath Puri. But in his Aprakat Lila, unmanifest pastimes, which are still visible to pure devotees, he never leaves Navadvip and his Lila is going on at all times. И Самудра Дев сказал Ганге, ты не скромничай, Ганга Деви, потому что мы-то знаем, что это лишь в прокат лилах Чайтанья Махапрабху покидает Навадвипу и перемещается в Джаганатхапури, а в его вечных лилах он всегда остается на твоих берегах, и чистые преданные могут созерцать эти лилы в любой момент. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are taking place even today, right now. Эти лилы Чайтаньи Махапрабху происходят по сей день, прямо сейчас. At 6:27. Today. Сегодня. And those whose hearts are pure, they can see it. И те, чьи сердца чисты от всей материальной скверны, наполнены бхакти, они видят эти лилы. So then Samudradev said, "Oh Ganga Devi, please give me shelter in your dham." И тогда Самудрадев сказал, "Oh Ganga Devi, дай мне прибежище в твоей дхаме." She said, "Yes, come, we'll see Gora Lila together." Она сказала, "Хорошо, присоединяйся ко мне, будем вместе созерцать Гора Лилы." So usually the rivers flow towards the ocean. The ocean does not flow up the river. Обычно реки текут к океану, океан никогда не течет к рекам. But here in Navadvip Dham, everything is viparyay, everything upside down, everything becomes crooked, reversed. Прямпатанам Навадвип Дхамы, в царстве любви Навадвип Дхамы, и все получается наоборот. So then the ocean, God of the ocean came up the estuary of the Ganges from the ocean all the way up and took shelter of Navadvip Dham here. Therefore this place where we went to today is called Samudraga. И тогда океан стал втекать в русло Ганги, взбираться вверх по руслу и протек до Навадвип Дхамы. Поэтому это место, которое мы сегодня посетили с вами, как раз и есть вот это прибежище, место для океана, Самудра Дева. Самудрага. So this is the nature of prema. It makes everything in a state of reversal. Вот это особенность премы. Все меняется местами. Виборапи. Вы
Vibhur api kalyam sada vibridhim Guru api gaurava charyaya bhina Muh upachitir vakra api shuddho Jayati muradvishi radhikano ragaha Srila Rupa Goswamipad in his Dankali Chintamani He said, Oh glories to the prema of Shrimati Radhika Rupa Goswami Padan Keli Chintamani говорит, вся слава любви Шримати Радхики. It is the abode of Viruddha Dharma, all contradictory characteristics. Любовь Шримати Радхики это обитель Viruddha Dharma, всех противоречивых качеств. Vibhurapi Kalyan Sada Vibhridhim, even though her prema is vibhu, all pervading, having no space to expand, but still Radhika's prema is increasing at every moment. Несмотря на то, что любовь Радхики уже безграничная и вселенская. Гурапи Гаурава Чарья. Она продолжает постоянно расти. Гурапи Гаурава Чарья Бхина. Even though Radhika's prema is guru, that means very heavy, important. То, что любовь, несмотря на то, что любовь Радхики гуру очень веская, такая тяжеловесная. But her love is completely devoid of any pride at all. Но в любви этой нет ни капельки гордыни. Гуру упачиктва крима пришутхо. People whose hearts are impure. They are very crooked. Те, у кого грязные сердца, эти люди очень хитрые такие. They say one thing to your face and another thing behind your back. Они лицемерные. Одно говорят в глаза, другое за вашей спиной. And another thing to someone else. А третье еще кому-то скажет. You can never trust them. То есть таким людям нельзя доверять. What is their face is saying and what their heart is doing is something different. То есть они в лицо вам могут улыбаться, а за спиной точить кинжал для вас. Because their hearts are impure. Потому что у них много скверны в сердце. But мы упачитра бакрим апишуто Радхарани's prema is completely crooked. Но любовь Радхики очень извилистая. But it's completely pure. Но полностью чистая. So this is a contradiction. Это противоречие. If Krishna will approach Radhika, she's desperate to see him, but she tells her sakis, Krishna's coming. Look, let's look the other way and pretend we didn't see him. Целый день напролет Радхика будет. Start picking flowers and ignoring him. С самого утра Радхика будет мучиться в ожидании возможности встречи с Кришной. Ее терзает разлука, но как только она увидит, что приближается Кришна, она шепнет своим саке, вон идет Кришна, не обращайте на него внимания, давайте притворимся, что мы очень заняты. И все начинают собирать цветочки и игнорировать Кришну. If Krishna tries to touch Radhika, she swings away from him. Oh. Масприша, don't touch me. Если Кришна потянется рукой к Радхике, чтобы коснуться ее тела, Радхика тут же будет отталкивать его от себя, говорит, не трогай меня. And tears come in her eyes, but her mouth is smiling. Слезы заструятся у нее из глаз, но на лице будет продолжать играть улыбка. So in this way she manifests kila kinchit bhav. Many moods, contradictory moods all at the same time. Являет килакинчита бхава, такое разнообразие противоречивых настроений одновременно. Карава абилас уродито смита суя баякрудам санкрикарна махашам учите килакинчитам. She's proud. Радика испытывает карву, гордость. Oh, Krishna came to me, not Chandravali. Кришна избрал меня, не Чандравали. Абилас, she's full of desire to meet with Krishna. Абилас, она преисполнена желаний встречи с Кришной. But at the same time, Асуя, she's angry with him. Одновременно and showing hostility. Испытывает Асую враждебность по отношению к нему и проявляет ее тоже. Уродита Смита, she's crying and smiling. Она одновременно и плачет, и улыбается. Huh? This is Kila Kinchit Bhava. Prema of Radhika is very crooked. Вообще ничего не понятно в преме Радхики. Все это према такая. So it says, Prem ki nadi sada ulta bahidar. Means the river of love always flows in the opposite direction. Usually rivers flow from up to down, but the river of prema is flowing in the other way. Есть такая поговорка, что река любви всегда течет в противоположном направлении. Надьяста дат эту подарья макунда гита рвата лакшита маноба вабагнавега алинга наста гита муми буджамараре гринанти пари югалам камалопахара Radhika said, when see Krishna plays upon his flute, then the Yamuna river was flowing and it begins to turn around and go into whirlpools. Сама Радика говорит, подмечает, что когда Кришна начинает играть на флейте, то поток воды, течение в Ямуне останавливается, поворачивается, вода начинает закручиваться в воронке. So the current of prema. И поток любви
is full of contradictions. То есть течение, река в любви, она вот настолько очень противоречива. Очень много там всяких таких поворотов и... That is called Premadhara, the current of Prem. То есть поток любви, он вот так непредсказуем. So even the word Dhara, Dhara means current. Dhara означает поток, течение. So if the current, the Dhara is reversed, Dhara becomes Radha. То есть если слово Dhara сказать наоборот, то это получается Radha. So even the name of Radha tells us that the current of Prem has become all crooked and in reverse. Само имя Радхи подсказывает нам, что уже поток любви поменял русло и течет в обратном направлении. Bhare Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Jai Sri Radhe. When Radha and Krishna meet together, когда Радха и Кришна встречаются вместе, then Radha becomes so absorbed in thinking of Krishna, she forgets who am I. Радика настолько поглощена мыслями о Кришне, что она полностью забывает о себе. I am not his beloved and he is not my lover. Cupid has melted our hearts and mixed them together. Она забывает обо всем на свете, даже о том, кто она. Она думает, он не мой возлюбленный, и я не его возлюбленная. Купидон взял наши сердца, расплавил их и слил их в одно целое. Радхая бхаватаста читта джатуни свейда вилапья акрамат кунджан кунджа адри пате недута бейда брамам. Недута бейд брамам. Radha Krishna was Radhika saying, I am Radhika, you are Krishna. But the prem washes away that sense of being different. And they feel as if, oh, Krishna, your body is my body and my body is your body. То есть в любви, вот в этой сильной преме стираются различия между возлюбленным и возлюбленной. Радика уже считает себя Кришной, Кришне кажется и Радхой. То есть им кажется, что их тело стало одним, тела стали одним телом. My heart is your heart is my heart. Что сердце Кришны стало сердцем Радхи, сердце Радхи стало сердцем Кришны. This level of prem is called prem sneha man pranay. И вот pranay. Этот уровень премы, вот это чувство полного единства, родственности, близости называется праная. So from this праная of Radha and Krishna has come the Navadvipta. Именно из этого состояния праная и любви Радхи и Кришны и возникла Навадвипдхама. What is the meaning of the word dham? Что значит дхама? Dham has three prominent meanings. У слова дхама есть три главных значения. First means deha, body. Первое значение означает деха, тело. In the Tantra Shastra, Krishna said, Vrindavan Dham is my body, and the Jamuna is my Shushumna Nadi. В Тантра Шастре Кришна говорит, что Вриндаван Дама это мое тело, а Ямуна это Шушумна Нади. Dham also means Vas, place of residence. Дама также означает резиденция, то есть место проживания. So Dham is the place where the Supreme Lord lives, where he stays and performs his pastimes. Дама это то место, где живет Господь. И являет свои лилы. And dham also means prakash, light. Дама также означает прокаш, сияние. Shriya kanta kantaha paramapurusho paramapurusho kapadrumis chintamani maiganim tvayamamritam kathaganam natyam gamanam hiya bhangsi priyasakhi chidanandam jyoti paramapi tatasvadyamapi cha. In the end of Brahma Sanghita, fifth chapter there, Lord Brahma is saying that Goloka Vrindavan is such a place where there is one Purush, Krishna, with many, many goddesses of fortune, Braj Gopis. Господь Брама описывает Вриндаван, говорит, это такое место, где живет Кришна в окружении многочисленных богинь удачи. All the trees are wish-fulfilling trees, Kalpadruma. Все деревья там это древо желаний, Kalpadruma. Chintamani Ganamai, and all the dust is the Chintamani, wish-fulfilling jewels. И все пылинки это
Читавани, волшебные камни, исполняющие любые желания. Туяма Амритам, all the water is nectar. Вся вода там — это нектар. Every word is a song. Каждое слово — это песня. If ordinary speaking is like singing, then kim uta? What is this singing like? No one can imagine. Если обычная речь там подобна пению, то что же можно сказать о уровне пения там? Таким ута. Натангаманам. Ordinary walking is so sweet, looks like dancing. So if the ordinary walking is like dancing, then what is the dancing like? Kim uta? Обычная походка там подобна танцу. Если обычная походка прекрасна как танец, то что уже говорить о танцах? Bansi priyasaki. And Krishna's flute is his dear sakhi, because she is duty. She carries messages to the gopis. И флейта Кришна — это его лучшая подруга, потому что она служит посланницей, передает послание Кришны всем гопи. Now we're coming to the point. Chidanandam jyoti parammapi tadasvadyamapitya. What is this? Dham, Vrindavan dham, chidananda. That means Samvit and Ladini mixed together. That is bhakti or praying. И то есть чит ананда, что это за Вриндаван дама? То есть Самвит и Хладини связаны, слиты вместе. Чиданандам джоти. Джоти means light, прокаш. Джоти — это прокаш, это сияние. In other words, the love of Radha and Krishna is like a light. То есть любовь Радхи и Кришны подобна сиянию, свету. But light, you cannot taste it. Но свет попробовать невозможно. So, chidanandam jyoti param api tad aswadyam api cha. But this light has condensed and become tasteable. It's become tangible. You can see it, you can smell it, you can taste it. Но этот свет, он настолько сгущенный, что он стал осязаемый, его можно увидеть, попробовать на вкус, ощущать его. So tadasvadyam apicha, the light of Radha Krishna's love has condensed into aswadya, a tasteable form, and that is the dham, Vrindavan. То есть вот это сгущенное сияние любви Радхи Кришны приняло конкретные контуры, очертания и стало дхамой. So when Radha and Krishna become completely absorbed in pranay, feelings of oneness for each other, then the prem vilas vivarta, that is the ecstatic bewilderment of Radhika, causes the dham to go into the state of prem vilas vivarta, and that is Navadvip dham. И вот что происходит, когда Радика, Кришна и Радика находятся в этом состоянии пранаи, вот в состоянии полного единства, близости, родственности, и премвилас-виварта, вот это качество любви, интенсивность любви Радики, которая вводит ее в заблуждение, что она уже не понимает, кто она, кто Кришна, и как раз вот эта премвилас-виварта начинает влиять на окружающую среду, и праджа-дама преображается и становится Навадвип-дамой. Потому что сама дама не отлична от Кришны. But in Radha and Krishna's intimate meeting, in the stage of prem vilas vivarta, then Krishna becomes Gauranga Mahaprabhu. So now his effulgence, his dham, becomes Navadvip. Так как дама не отлична от Кришны, во время сокровенных вот таких лил Радхи и Кришны, они испытывают полное единство, и Кришна преображается и становится Гауранга Махапрабху. И, соответственно, его дама, Праджа-дама, преображается в Навадвип дам. Гауранга Махапрабху is Krishna's prem vilas vivarta mai murti. Гауранга Махапрабху — это прем вилас виварта мурти самого Шри Кришны. So, because prem is very crooked. Так как любовь очень извилистая, непредсказуемая. Ахери вакати прена субава кутила бавет. It is said, prem doesn't move in a straight line, it moves like a snake. If a snake wants to go over there, his head goes this way first, and then that way, like that. Любовь, она не... He's going in that direction, but his head is going this way and this way. Непонятно, она не прямолинейна. Любовь движется как змея. Змея вначале, она хочет вправо ползти, но поворачивает голову влево. И вот таким образом движется. И любовь вот такая же... также передвигается, как so змея. When Radha and Krishna become one in the form of Chaitanya Mahaprabhu. И когда Радха и Кришна испытывают вот это состояние полного единства и становятся Чайтанья Махапрабху. Then the tamal trees and kadamba trees
of Vrindavan become one in the form of the kattal trees, jackfruit trees. И тогда деревья Тамал и Кадамба Вриндавана, они тоже сливаются в одно целое и превращаются в хлебное дерево, jackfruit. And kattal. All the forests of Vrindavan are still there in Navadvip, but they're mixed up. The order is completely changed. It becomes very crooked. Это любовь вызывает полную путаницу. Вот эти все 12 лесов Враджа, они присутствуют в Навадвипдаме, но в разбросанном виде. То есть они меняются местами, все тут переместилось. If you do Brajmandal Parakrama, you go Vrindavan, Madhuvan, Talvan, Bahulavan, Kamyavan, Kadevan, like this as you go around. All those forests are here in Navadvip, but they're in a different order. То есть место расположения лесов тут поменялось местами. То есть они не растут в той же последовательности, в которой они растут во Враджамандале, когда мы их посещаем. Because the prem here is so intense and prem is so vakra, so crooked, the whole Vrindavan Dham became rearranged in Navadvip. То есть вот из-за вот этой искривленности любви все тут тоже непонятное такое. Измененное внешним видом. So when Nityananda Prabhu was taking Srila Jiva Goswami on Parakram, he said, "You can see here all the 12 forests of Braja, but they're coming in a different order. But still, you should see them not in the order you see them in Braj. Appreciate them in the order that they come here in Navadvip Dham, and that will enhance your appreciation of praying." Нитянанда Прабху объяснял юному Дживе Госвами, когда он повел его на парикраму, что тут ты сможешь побывать во всех 12 лесах главных Враджа. Но не пытайся видеть их таким образом, как ты бы их увидел во Вриндаване, а оцени их такими, как они проявились здесь, в том порядке. Потому что в этом особенность изюминка вот этой любви и особенность дамы. Прочувствуй ее. So Srila Prabhupada Saraswati Thakur, he said, Vishuddha Dvaitaika Pranaya Rasapiyusha Jaladu Gani Bhutai Dvipi Sumuddayati Vrindavanamaho Mitha Premud Gana Drasika Mitha Akrita Manisham Tadeva Dhyasina Pravishyati Kvapi Padam Kvapi Madure. The meaning is this, that when Radha Krishna are absorbed in the Vishuddha Advaitaika Rasa, the feeling of Vishuddha Advaita, that is, Mayavadis say everything is one. But in this prem, there's a Vishuddha, completely pure experience of oneness, which is not Mayavad at all, which is full of pranaya rasa. Vishuddha dvaita eka pranaya rasa piyusha jalado, which is the pranaya rasa piyush, that is nectar. И когда Радика и Кришна погружаются в это состояние полного единства, Вишудха дваита, то есть имперсоналисты говорят, что все едино, но тут такое единство испытывает Радха Кришна, что никаким персоналистам это даже во сне не приснится. Это Вишудха Адвайта, но оно наполнено расой, то есть пропитано нектаром расы. So, this pure nectar of the love of Radha Krishna, their feeling of oneness, expands and becomes an ocean. И вот это состояние полного единства и близости, оно начинает как расходиться от них кругами и начинает светиться. And that ocean of love condenses. И становится океаном любви, вот этот океан начинает сгущаться. And Gani Bhute Dvipe, the ocean condenses so much that an island appears in that ocean. И океан сгущается настолько, что в нем начинает формироваться суша, из него начинает возвышаться остров. And that island that appears in the condensed ocean of Radha Krishna's feelings of oneness is called Navadvip Dham. И вот этот остров, который сформировался в этом сгущенном океане любви Радхи и Кришны, вызванным вот этим глубочайшим состоянием Вишудда Адвайта, вот это полного единства, вот это и есть Навадвип Дхама. You are here, but you really have no idea where you are. Вы и в этом острове сейчас сидите, но вы вообще не понимаете, где вы. But by the mercy of Guru and Gauranga. По милости Гуру и Гауранги. In their anugatya, we become absorbed in Harinam Sankirtan, a glimpse of where we are, what is this Navadvip Dham may come. Мы тут сидим, но ничего не видим и не понимаем, и лишь по милости вот Гуру Гауранги, то, что если мы находимся под руководством
и вовлекаясь в Харинам Санкиртан, может мимолетное видение такое осенит нас, понимание какое-то придет. On that dweep, и на этом острове Radha Krishna eternally enjoy loving amorous pastimes. Вечно Радха и Кришна, они наслаждаются своими сокровенными романтичными лилами. If someone can enter into that island, then they can know the true meaning of sweetness. Если кому-то посчастливится добраться до этого острова, то тот человек тогда познает воистину смысл того, что такое сладость. Prema Vilas Vivarta Dham Sri Navadip Dham Ki. So, I was not going to tell any of this. It just. Я не собирался ничего из этого говорить. Why do we discuss it? Прорвалось наружу само по себе. What did you put in my prasadam? Что вы подложили мне в просад сегодня? Today we went to Samudraga. Сегодня мы были с вами в Самудрага. So, in Dwarpa Yuga. В Дварпа-югу, Двапара-югу. At the time of Sri Krishna. Во время пребывания на земле Шри Кришны. There was a very powerful king who lived in Samudraga. His name was Samudrasen. Жил очень могущественный царь в этой местности под именем Самудрасена. So Samudrasen was a great devotee of Krishna. Он был великим бхактой Кришны, преданным. But he never met Krishna. Но никогда воочию Кришну не видел. So at that time, Yudhishthira Maharaj was in Indraprastha and he was preparing to perform the Rajasurya Yagya. И как раз в то время Юдиштир Махарадж активно готовился к провождению Раджасурья Яги. Он находился в Индрапрасте. So for the Rajasurya Yagya, it's necessary for all the kings of the world to accept subordination to the emperor. Раджасурья Яги может проводить только император, а чтобы считаться императором, нужно получить подданство, то есть быть признанным императором всеми остальными царями, то есть они все должны проявить готовность быть подданными. So in order to collect tribute from all the kings, a horse is sent out called a challenge horse. И когда царь хочет доказать всем, что он собирается быть императором, то он высылает такого скакуна, The challenge horse gallops into the kingdom of that king, and the king can say, I will pay tribute to the emperor, or he can capture the horse and say, I'm not paying tribute, come have war with me, and we'll see who's the real king. Этот конь олицетворяет вызов всем царям. То есть, увидев такого коня, царь понимает, или сейчас плачу дань и признаю превосходство этого будущего императора, или бросаю ему вызов, тогда он захватывает коня, в плен и ждет, тогда говорит, не признаю тебя никаким императором, приходи сражаться. So Yudhishthira Maharaj sent his four brothers, Bhimsen, Arjun, Nakul and Sahadev, in four different directions with four challenge horses to challenge all the kings of the world. И Юдиштир Махарадж выдал четырех таких коней своим братьям, Бхимсену, Арджуне, Накулу, Сахадеву, и отправил их в четырех направлениях захватывать все царства там. So, on his journey, Bhimsen came to the east. И Бхимсен отправился на восток. So when the challenge horse came here, и когда вот этот конь прибыл сюда, then Samudrasen captured the horse. Самудрасен тут же захватил этого коня. Not because he wanted to fight. Не потому что ему хотелось сражаться против Юдиштира Махараджа. But he was thinking, Krishna loves his devotees. Он просто думал, Кришна любит своих преданных. And if his devotees are in difficulty, then he always comes to save them. И если его преданные окажутся в опасности, Кришна непременно придет на выручку. So if Bhimsen will come here, and I arrange my armies in such a formation that he is ambushed, then he'll call out to Krishna, and Krishna must come to save him, and then I'll have Krishna's darshan. Finally, I'll have Krishna's darshan. И Самудрасен думал, если сейчас я этого возьму коня в плен, и начнется поединок с Бхимсеном, если я буду штурмовать его там отряды с такой силой, что он окажется в опасной ситуации, он непременно позовет Кришну на помощь, и тогда мне посчастливится наконец-то увидеть Кришну. So when Bhimsen saw that the challenge horse was captured, then war. И Бхимсен, поняв, что коня у него украли, он понял, все, война. But Samudrasen and his army surrounded him on all sides and were sharing him with arrows. And the situation was so difficult, he could not tolerate the attack of Samudrasen and his army. Но Бхимсену было не под силу сражаться с Самудрасеном и его армией, потому что они его окружили со всех сторон и атаковали так яростно, что Бхимсен понял, что он
не справится, что ему уже конец будет скоро. So Bhimasen was fighting back with the king, but he was losing confidence, and he said, "Oh Krishna, you are famous as the Lord of the Pandavas. So if your devotee is defeated, this shame will go on you. Бимсен, конечно, bad reputation will come to you." Бимсен сражался очень мужественно, но он понял, что он уже начинал постепенно проигрывать царю, и он стал взывать к Кришне: «Кришна, ты прославлен повсюду, как друг пандавов, покровитель пандавов. Если сейчас мне тут придет конец, то опозоришься ты по факту, потому что все поймут, что никакой ты не покровитель пандавов. Поэтому давай вмешивайся и сделай так, чтобы я победил». Just when Bhimasen was about to be defeated, и уже когда казалось, что вот-вот Бимсен проиграет, then see Krishna appeared there, but in such a way that he was invisible to everyone except for Maharaj Samudrasen. Когда уже все было на грани полного поражения для Бимсена, на поле битвы появился Кришна, но появился таким образом, что никто, кроме царя Самудрасена, его не увидел. Самудрасен stopped fighting, shooting arrows. Увидев Кришну, замер на месте, выронил лук и стрелы. He looked and saw Gopal. И как зачарованный смотрел на Гопала перед собой. Кришна видел его облик with Гопала. His friends and with the cows. Он увидел друзей Кришны, коров. Oh, walking through Kumudvan. Samudraga is none different from Kumudvan in Braja. И он увидел, что он находится в Кумудване, то есть Самудра. Место не отлично от Кумудвана, он увидел, что он там вместе с Гопалом, всеми пастушками, коровами. And then the next moment, the Krishna, his yoga maya, showed Samudrasen, Radha and Krishna and the gopis. И вдруг через мгновение йога майя явила взору Самудрасена Радху, Кришну, Астасаки. And Samudrasen, he was trembling in ecstasy, overwhelmed with the beauty of Radha, Krishna and the sakis. И преисполненный блаженство при виде этого удивительного даршана, царь дрожал от экстатичных эмоций. Enjoying their pastimes amidst the kumud flowers of Kumudvan. И он созерцал удивительные лилы Радхи и Кришны, которые они проводили среди этих цветов кумудов в этом лесу. But Samudrasen was very lobby. Very greedy. Сена, у него было очень сильное лобха, очень сильное желание. He said, "My lord." Он взмолился Господу. This form of yours as Krishna with your beloved Radha in Vrindavan is so beautiful. But let me be so bold as to beg you, please, please show me your combined form of Govinda! Лобха царя была настолько сильной, что он не мог довольствоваться вот этим даршаном лишь Радхи и Кришны. Он сказал: «Господь, прости меня за дерзость, вот эту самонадеянность, но я осмелюсь попросить тебя, яви мне свой даршан облика Гауранги». And then, Radha Krishna Milita Tanu, the two bodies of Radha Krishna combined together. Chaitanya Kyam Prakatam Madunatha Dvayam Chaikam Aptam Radha Bhava Jhuti Suvalitam Nomi Krishna Surupam. And the Samudrasen had the darshan of Sri Chaitanya Mahaprabhu dancing in Harinam Sankirtan. И прямо перед его взором он увидел, как тела Радхи и Кришны начинают соединяться в одно тело, и вскоре он увидел прекрасного Гауранку Махапрабху, танцующего в киртане. And then he dropped his bow and arrows. И царь отбросил все оружие. In the meantime, Bhimsen saw that the king had stopped fighting and he was shaking. He said, "Aha! He's afraid!" Увидев, что царь перестал сражаться и дрожит, Бхимсен подумал, что он дрожит от страха перед ним. Подумал: "Ага, I have defeated him." Я победоносен. The king said, "Do you want tribute? Yes, take a tribute." Царь сказал: "Дань хочешь? Да, сейчас мы дадим тебе дань. I surrender. Я сдаюсь, бери дань." And Bhimsen took all the gold from the king and left, thinking, "I was very victorious today." И очень довольный собой Бхимсен взял эту дань, все это золото, и отбыл, считая себя победителем. So the question comes: who was victorious, Bhimsen or Samudrasen? И назревает вопрос: кто действительно тут был победителем в этом поединке, Бхимсен или Самудрасен? So my Gurudev, he used to every year, when going to that place, initiate a debate with his dear godbrother,
Парампуджапад Шрила Бхактивиданта Трибикрама Госвами Махарадж. И ежегодно, когда мой Шрила Гурудев приводил всех преданных к этому месту во время Навадвипдам Парикрамы, он начинал дебаты вместе со своим любимым братом Боги Пуджападом Шрила Бхактивидантой Трибикрама Махараджа. Шрила Трибикрама Махарадж used to defend the thesis that Bhim Sain is a better devotee than Samudra Sain. And Srila Gurudev used to defend the thesis that Samudra Sain is a better devotee than the Bhim Sain. И Шрила Трибикрама Махарадж всегда был на стороне Бхим Сена, доказывал, что он более возвышенный преданный Кришны, а наш Гурудева всегда доказывал превосходство Самудра Сена. So they used to have this argument every year for about 60 years. В течение 60... И вот так они спорили ежегодно. Correct. В течение 60 лет напролет ежегодно они вот так... Спорить. And every year the argument was different. И с каждым годом каждый из них преподносил какие-то новые свежие аргументы. Because at the end of the argument, each year, whichever points the other one could not defeat, they spent the whole year thinking up the answer for the next year. Если один из них проигрывал в одних дебатах, то целый год напролет они обдумывали вот эти аргументы, которые другая сторона внесла в дебаты, пытаясь придумать какое-то более веское доказательство. Every year we're also going to have an argument there, but this year we got stuck. There was a jam just there. Мы с вами тоже каждый год там участвуем в этих дебатах или мы являемся свидетелями этих дебатов между нашими преданными. В этом году мы из-за пробки туда не проникли. But I just want to say, Srila Gurudev would always win. Srila Gurudev ki jai. Но Srila Gurudev всегда побеждает, поэтому. Мы знаем, кто более возвышенный и преданный. So we have been discussing the swarup of Navadvipdham. Мы с вами сейчас обсуждали сварупу Навадвипадамы. All the different bands and Dwadash Upavan, 12 forests of Braja, and Dwadash Upavan, 12 sub-forests of Braja, they're all here. То есть 12 главных лесов Браджа-мандалы, 12 второстепенных лесов, они подлесков, они тоже тут все расположены. You should know that in Krishna Lila, in Braja, Sri Krishna fulfilled all of his desires to taste the Madhurya Rasa. I'm sorry, Gurudev. In Braja-mandal, во Враджа Мандале Кришна всегда вкушает Мадхурья Расу. But Rasa has two aspects. Но Расы две стороны. Вишай Джатир Раса, that is the Rasa to which the object of love, Krishna is entitled. But then there is Ashray Jatir Rasa, the experience of Rasa to which the abode of love, Radhika, is entitled. У Расы две стороны, Ашрай Джатия и Вишай Джатия, то есть сторона Кришны, объекта любви, и сторона ракурс восприятия Радики, любящей. So Krishna fulfilled all his desires to relish the Vishai Jatiya Rasa, but for the life of him, though he tried, he could not experience Radhika's bhav. And he was very greedy to experience that. В Раджа Мандале Кришна во всей полноте вкусил вот этот предел Вишай Джатия Расы, то есть он ощущение того, как быть объектом любви. Но как он ни старался, он не мог вкусить то, что испытывает Радика, Ашрай Джатия Расу, то есть каково быть любящим, каково быть обителю этой любви, носителем этой любви. So see Krishna had three unfulfilled desires. И у Кришны появилось три неудовлетворенных желания. Си Радия Праня Махима. To know how deep is the love of Radhika. Он хотел познать глубину и высоту любви Шримати Радхи. Свадьо Йенат Бута Мадурима. What is the sweetness in me that only Radhika can relish? Он был заинтригован, какую сладость видит во мне Радика именно через лензы своей любви, вот эту, я хочу понять эту сладость. So кем тася ману бавата. And also, what is the happiness that Radharani experiences when she relishes my sweetness? И какую радость испытывает Радика, когда она наслаждается моей сладостью? So in Braj Lila, Krishna had three unfulfilled desires. И во Враджа Лиле у Кришны оставалось три неисполненных желания. But Shrimati Radhika also had three unfulfilled desires. Но у Радики тоже было три неисполненных желания. And the Sakis of Radhika also had three unfulfilled desires. И у Саки Радики тоже было три неисполненных желания. So
Srila Prabodhananda Saraswati in his Navadvip Satakam has given a very beautiful verse. Srila Prabodhananda Saraswati в Шри Навадвип Сатакам произносит прекрасный куплет. He says, Vanam Chopavanam Sarvam Srimad Brindavanastitam Krodi Krita Navadvipe Krishna Lila Susiddhaye. It means that Navadvip Dham has embraced to her heart all the 12 vans, 12 forests and 12 upavans of Brajamandal. Что Навадвип Дама прижала к своему сердцу все 12 главных и второстепенных лесов Браджадхамы. Krishna Lila Su Siddhaye. Krishna Lila is already perfect, Siddha. Krishna Lila уже совершенная, не Сидха. But when Navadvip Dham embraces all the vans and upavans of Braj to her heart, then Krishna Lila becomes Su Siddha. Но когда Навадвип Дама начинает... Siddha means perfect, but Su Siddha means... The word Su means beautiful. So this is perfect, but with some extra beauty also. То есть Лила Кришна уже совершенная ситха, но когда Навадвип Дама прижимает к своему сердцу все леса Враджа, то Лила Кришна становится су-ситхом. Еще су значит красивая, то есть еще более усовершенствованными. So Gaura Lila is not different from Radha Krishna Lila, but rather Gaura Lila is the parishisht of Radha Krishna Lila. Gaura Lila не отлична от Лил Радхи Кришны, но она является паришишта Лилой. The word parishisht means парешишта? Appendix. Это приложение. Not this appendix here. Не аппендицит, аппендикс как продолжение. You know, if you have a book, если у вас произведение литературное есть, then at the end of the book you have appendices. То в конце часто есть как или аппендикс по-английски, но это пролог называется. So when you read the book ends. То есть книга заканчивается. So the book is over. То есть само произведение закончено. But the, in the end there is the appendix or appendices. А потом там есть пролог еще. Эпилог. Not prologue. Prologue in the beginning. Русский. Определитесь, кто грамотный среди вас, вы мне скажете. Ты в школу ходил? Он говорит эпилог. So the appendix is the book is over, but the appendix is not another book. Не сноски. Это как продолжение истории. То есть история закончилась, а там идет рассказ, который добавляет что-то о истории, которую вы прочли. The appendix is a part of the book. Но приложение. Эпилог и пролог. Что в конце? Эпилог. Yes. Проголосовали за эпилог. Please, if you say exactly what I'm saying, otherwise. I'm sorry, Gurudev. The appendix is a part of the book. Эпилог – это часть книги. Hmm? But it's also separate from the main body of the book. Но при этом отдельная, это тоже самостоятельная часть. And though the appendix is not in the main part of the book. Эпилог – это не главная часть книги. But by reading the appendix, it will shed a new light on the whole book. Но она вносит что-то... То, что озаряет события главного произведения. То есть там присутствуют какие-то дополнительные детали, которые дают новое понимание so того, что... In Sanskrit, the appendix is called Parishisht. Эпилог называется Parishisht. So Gaura Lila is not another Lila from Radha Krishna Lila, it is the Parishisht of Radha Krishna Lila. Поэтому Гора Лила это не отдельная Лила, это Паришист Лила Радхи Кришны. It is the Lila where whatever desires were left unfulfilled of Krishna, Radhika and the Sakis in Braj Lila, then though that Lila is Siddha, it becomes Su Siddha in Navadvip Dham. То есть это как приложение, вот этот эпилог, который те желания, которые были не удовлетворены, не исполнены в Кришна-лилах, они исполнены в Гора-лилах. So banam chopavanam sarvam srimad brindavanam stitam krodi krita navadvip, krodi krita means to embrace in your lap. Krodi krita прижать, как усадить себе на колени и обнять. So krodi krita navadvipe Krishna-lila susiddhaye. То есть Навадвип Дама усаживая к себе на колени, прижимает к себе все эти леса Браджа и Лилы Кришны, от этого становится су-сиддха. So today we went to
the village of Kobla within the island of Ritudweep. Сегодня мы посетили деревню Кобла, которая расположена на острове Ритудвипе. So, why is this place called Ritudweep? Почему это место называется Ритудвипа? The word Ritu means season. Риту означает время года. In the Dham, there are not four seasons, there are six seasons. В Дхамме не четыре времени года, сезона, а шесть. Варша, the rainy season. Сезон дождей. Шарад, autumn season. Сезон осени. Хеманта, the cool season. Прохладный сезон. Шита, that is a cold winter. Очень холодно, зима. Васант, the springtime. Васант, весна. And Гришма, the hot summer. И Гришма, лето. So, there are goddesses of each season called the Ritu Lakshmis. The goddesses of fortune of each season. И также у каждого времени год, этого времени года есть своя богиня. So one day, all the goddesses of the seasons, they were having a meeting together. Однажды все эти in that place. Богини времен года собрались вместе на том месте. They were praying. Oh, when will we get the chance to serve Satchinandan Gauri? И они обсуждали, будет ли у них возможность послужить Сачинандине Гаурахари. Another Ritu Lakshmi said, when Kali Yuga comes, he will appear on the full moon night in the month of Falgun. Одна Риту Лакшми сказала, когда наступит Кали Юга, месяц Фалгун, в Пурниму, он появится. So then another goddess said to the Vasant. Lakshmi, oh Vasant Lakshmi, you are so fortunate because Gaurahari will appear in your month. И тут же in your season. Другая богиня похвалила удачу богини весны. Она сказала, как тебе повезло, что он родится в твое время. So the place where all the Ritu Lakshmis had a meeting to discuss the glories of Gaurasundara is called Ritudweep. Ритудвипа это то место, где состоялось это собрание богинь времен года. И то, как они обсуждали, будет, как они смогут послужить Шачинанде Гаурахари. So in the Ritudweep we came to the village of Kobla. И также мы с вами посетили деревню Кобла. And there is Radhakund. И там расположена Радхакунда в Навадвиптаме. So this is Radhakund is in Ritudweep also because at Radhakund all the Ritu Lakshmis are serving in Radha Krishna's Lila. И Радхакунда расположена на Ритудвипе тоже по той причине, так как все времена года служат одновременно на Радхакунде. Radhakund has four sides: north, south, east, and west. На Радхакунде четыре стороны: север, юг, восток, запад. When Radha and Krishna go to Radhakund, they wander through the kunjas. And the very beautiful kunjas and pavilions all around Radhakund. In Madhyanik Lila, днём, когда Радха Кришна проводит время. In Madhyanik Lila. На Радхакунде они гуляют по разным кунжам вокруг озера. So at that time, when Radha Krishna come very close together, Lalita and Vishakha they recede away a little bit, and then Brinda Devi and Nandi Mukhi have all their desires fulfilled, watching the pastimes of Radha and Krishna. Когда лилы Радхи и Кришны начинают становиться более такими интимными, Лалита, Вишакха и другие астасаки отступают поодаль, и тогда уже наступает очередь Бринды и Нанди Мукхи. Бринда и Нанди Мукхи. Наслаждаться вот этим. Ави Пракаша в йога майя, да лила шакти. Созерцать эти прекрасные сцены. И Бринда и Нанди Мукхи. Бринда это Пракаш йога майи. So at that time, all the Ritu Lakshmis. They approach Brinda Devi and say, "Oh, Brinda Devi, pranams. We are begging you, please, please allow us to serve Radha and Krishna." И в этот момент все Риту Лакшми, все эти богини времен года сбегаются к Бринде и начинают упрашивать ее, дать им возможность послужить Радхе и Кришне. Твадагья палава пушпа бринга мадвадиби бантиби бушмана. Oh, it is the Brinda Devi who gives orders to the various seasons to cause the flowers to blossom and the birds to sing appropriate to that season. И Бринда повелевает временами года вот этими богинями. Она им говорит, подсказывает, когда должны распуститься какие-то цветы определенные, когда должна смениться температура, например. When Radha and Krishna go into a kunj on the eastern side
of Radhakund. И когда Рада Кришна прогуливается по восточной стороне Радхакунды, then Vrinda Devi, she sends Varsha, the rainy, the goddess of the rainy season there. Vrinda посылает туда богиню дождя, то есть сезона дождей. And Radhika and the gopis, they put on very fine white cloth, and the goddess of the rainy season makes a fine mist, tiny droplets of rain, like mist in the air, and that is the perfect atmosphere for Jhul and Leela, swinging pastimes. Тогда Радха и Гопи, они одевают очень тонкие такие одежды, заходят в лес туда, и богиня сезона дождей посылает такой мелкий-мелкий дождик, прямо, которым сейчас просто моросит так. И это чудесное время для Jhul and Leela, катания на качелях. And the fine white cloth of Radhika and Gopis became somewhat damp, so their beauty is peeping through. То есть эти тонкие полупрозрачные там шелковые одежды Радхи и Гопи, они начинают промокать под этим моросящим дождем, их красота начинает проявляться наружу. Then Krishna has very beautiful darshan. То есть это прекрасное время для Кришны, он созерцает удивительный даршан. Then Radha Krishna doing Banbihar, walking through the forest hand in hand. Потом Радика Кришна совершает Банбихар, прогуливается по лесу, держась за руки. On the southern side of Radhakund. Они идут гулять по южной стороне Радхакунды. So then all the flowers should blossom and be very beautiful. И для такой лилы необходимо, чтобы очень много цветов начинали распускаться и благоухать. Итам шарат свачча джалам падмакара сугандина. In the шарат season, Бхагавана Питара Три, Шад Утфулла Маллика, Викшарантам Манасчакре, Йога Майя Мупасвитаха. All the flowers are a great Удипана, stimulating romantic mood of Radha and Krishna. Цветы являются удипаной, они стимулируют романтические чувства Радхи и Кришны. Then, oh, Radha and Krishna walk around to the western side of Radhakund. То есть цветы навеивают, их благоухание навеивают романтические чувства. Затем Радха и Кришна идут дальше. Vrinda Devi says, oh, Himanta Lakshmi, the goddess of the cool season, you should go there. Western side? On the western side. И тогда они идут гулять по западному берегу. So и, now, и тогда Вринда посылает туда богиню прохладного времени года. Now the weather has become a little chilly. Становится уже холодновато на улице. So when it's a bit chilly, you don't stay outside, you go inside. Когда на улице холодно, лучше всего спрятаться в уюте внутри. So this season inspires Radha Krishna to go inside a very beautiful cottage, and there they do the Pasha Krida, playing chess and gambling. И тогда вот эта холодная погода загоняет Радху Кришну внутри прекрасного коттеджа, где они начинают играть разные настольные игры. So good, когда на улице пасмурно и холодно, хочется сидеть внутри и играть в разные игры там. So then Radha Krishna, after playing their gambling games, then they walk to the northern shore of Radhakund. А потом, наигравшись вдоволь настольными играми, они идут на северный берег. So then Vrinda Devi tells the season, Shita Ritu Lakshmi, the goddess of winter time, to come and make it very cold. И тогда Vrinda Devi призывает зиму туда, и становится очень холодно. So then Vrinda Devi has arranged one very beautiful cottage, and there is a roaring fireplace. Ничего страшного, потому что там уже стоит готовый коттедж обустроенный, в нем уже горит камин, там тепло. So for the divine couple, there's nothing more wonderful than on a cold day to be embracing together by a warm blazing fire. Что может быть лучше, чем укрыться от снега и холода внутри теплого дома рядом с камином и обниматься там? Vasant Ritu makes all the different flowers of springtime around the edge of Radhakund. А Vasant Ritu, богиня весны, она засеивает крайку берега Радхакунды красивыми цветочками. And when Radha and Krishna, they want to swim and play Jalbiha, the water sports in Radhakund, then the Vrinda Devi says, Krishna, summer, you go in the middle of Radhakund and make this the heated pool. И когда уже Радха Кришна готовы пойти окунуться в воды Радхакунды, то Вринда тут же призывает богиню лета, говорит, быстро в воду, нагревай воду, чтобы как нагретый бассейн был. So because all the Ritu Lakshmis, the goddesses of the various seasons, are serving Radha Krishna in Radhakund, therefore here in Navadvip, the place of Radhakund is called Ritu Dvip Ki. И так как все богини времен года служат на Радхакунде, то вот это
Остров называется Риту-Двипой. Кришна, Ари Кришна, 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 Ари Ари, Ари Рама, Ари Рама.
Это лили престол Мишваре, что снарупа нагатярива вишна бхактивента нейнга сурачки. Это лили престол Мишваре, что снарупа бхактивента своим паупарки. Это лили престол Мишваре, что снарупа бхактипраган кешка сомирачки. Джай сила бхактистан сутакура джагадгуру шипрапатки. Махабарапа ваши покшура сварачки. Сабрама сома сидан такра бхактинутки. Сирупа нунгауди гурваки. Ремс гос кришту чайтанья паванеттананда. Сиядвайт гадатар Шивасади гору бхактабриндаки. Си баджаманда кетраманда горамануки. Тибурамага кариси харинам санкиртанки. Си сирада гаванда гаванатманан манжуки. Ананта Коди Вайстам Бриндаки Джай, Самагада Бхатта Бриндаки Джай, Шинавари Дам Паракамаки Джай, Манасраса Спришупану Нандини Сматти Радараники Джай, Тайи Гоуру Преманандэ. Кришна Бхакти Пари Деви Саттатай Ванча Калпатару Бьясча Крипа Синдута Эвача Путита Нам Павани Пью Вайшна Випью Намо Нама Сапу Сапу.